Итак, ребята, всем привет! Не обращаем на внешний вид. Я только что помыла голову, хотела сделать мокрый эффект, но с этого ничего не получилось. Посмотрю в ютубе, может потом, наверное, надо что-то купить специально, чтобы был мокрый эффект, как было модно раньше, не знаю почему. Аня говорит, давай попробуешь, я говорю, все-таки надо что-то покупать для этого. Я не знаю, как правильно делать, так что это я потом сделаю. Сейчас я пью свое вкуснейшее кофе, чашечка уже грязная от кофе, надо помыть его, но ничего страшного. У нас воскресенье, выходной день, скоро завтра идем. Да, скоро идем в поход, на курсы, начнется опять неделя, неделя тяжелая, у меня что-то такое чувство уже присутствует, что будет очень тяжелая неделя. Но это уже потом, уже начнем вам рассказывать, как начнутся наши будние дни. Не, я имела в виду, что мы сегодня идем на прогулку. А, ну еще да, пойдем на прогулку, но не знаю, какая погода, потому что погода в Германии, кто же в Германии, то знает, меняется очень. Каждые 10 минут тебе будет то холодно, через минут 10 жарко, потом холодно, потом дождь, и как бы, да, погода такая неясная. Целую неделю придет дождь, не знаю, будет, не будет, такое непонятно. Сегодня хотела с вами поговорить о такой ситуации, поделиться с вами тем, что со мной поделилась моя знакомая. Я решила вам также это рассказать, и меня это, конечно, шокировало, удивило, почему в Германии закрывают глаза на то, что сейчас я вам расскажу. Сегодня я позвонила своей знакомой, которая, может быть, вы смотрели наши с Аней ролики, о которых мы рассказывали, точнее, я рассказывала в одном видео за садик, за свою знакомую. Вы можете посмотреть у меня на канале, я не помню, как оно, кстати, называется, уже не помню. Ну, суть не в этом. Суть в том, что я хотела рассказать, что сегодня она мне позвонила и рассказала такую важную для нее, даже не знаю, как это называть. Ну, короче, мы в шоке с Аней, честно говоря, все, что я выслушала от нее, и до сих пор не понимаю этого. Говорит, ну, она мне раньше это все рассказывала, просто мы не так сильно с ней общались, типа, и я не воспринимала это прям всерьез, и она много о ней рассказывала, один раз сказала, и все. А сегодня она мне уже выговорилась, прям выговорилась, говорит, Настя, я уже так не могу, типа, говорит, терпеть не могу, я не знаю, что мне делать дальше. Я же начала ее слушать, она рассказывает. Уже сколько, она живет, во-первых, на другой земле, не на нашей земле, где мы с Аней проживаем, на другой земле. И они живут на квартире с ребенком. И соседи, конечно же, им попались не особо хорошие. Я даже не знаю, как их назвать, потому что она говорит, я не нахожу общего языка, говорит, только нахожу с одним человеком. Сейчас вам более подробнее расскажу. За все время, пока она живет на квартире с ребенком, каждый день, каждый вечер, это не только пятница, суббота, воскресенье, она говорит, это бывают и будние дни, и выходные дни. Люди шумят, причем очень громко, соседи. Но это не немцы, да. Это не немцы, она говорит, эти арабы, да. Я уже забыла, арабы, да, она сказала, типа, говорит, музыка включается на всю, как будто она рассказывает, говорит, как будто там колонка, именно, не знаете, не маленькая, а вот, я не знаю, как в школах или где ставят такие огромнейшие колонки. А у нас с самого утра тоже. И у нас сегодня тоже, думаю, постоянно. Выходной день, ну реально, не поспать, люди там хотят, знаете, после работы отдохнуть, ну, каждый свой, ну зачем рубать? И тоже какие-то неизвестные. Да, тоже что-то такое, она, короче, и говорит, ладно, у нас, да, утром. Она говорит, они видели, когда мы заселялись, они видят каждый нас день, когда я с ребенком гуляю, я их вижу, они меня. Но только наступает вечер, с 9 вечера и позже, они начинают включать очень громко музыку, музыку на всю, что слышит не только вот девушка с ребенком, но и слышат все соседи. Она говорит, я не понимаю, почему все закрывают на это глаза. Она говорит, я не буду с этим, на это все закрывать глаза, говорит, я начала вызывать полицию. Да, она вызывала полицию, ребят, раз 5, если не больше. И что в итоге полиция? Она говорит, первый раз, второй, третий, четвертый, 5 раз, этих всех 5 разов, когда они приезжают, полиция просто что делает? Полиция им говорит, выключите музыку и ложитесь спать. Дайте, соседи просят тишину. Что вы такое делаете? Она говорит, вчера я не выдержала, ребенок маленький, хочет отдыхать, спать. Уже ночь идет, как вы знаете, тишина должна быть
уже после 10, а мы... Может, наверное, после 8? Ну, если после 10, ну, уже все должно. Она говорит, но с 9 они начали это все, ну, врубили эту музыку, орали, там даже подпевали, говорит, песни, говорит, мне было и смешно, и страшно, я уже не знала, что мне делать, у меня уже стресс, я уже, говорит, я как в дурке какой-то нахожусь, я это постоянно слышу, и говорит, и почему я должна закрывать на такое глаза, во-первых, и ладно, ладно я, но ребенок реально страдает, и, ну, я не могла на это, говорит, закрыть глаза, и постоянно ей просто меня бесит, говорит, я вызываю полицию, ну, почему полиция принимает такие меры, просто сказать, пойти, пожалуйста, выключите музыку и ложитесь там отдыхать, не шумите соседям, ну, ну ладно, и она говорит, я не понимаю, что мне тогда дальше делать. Почему так они воспринимают, типа, на это глаза закрывают, тем более они, она говорит, причем приезжает полиция, уже, она говорит, ну, те люди, которые она уже вызвала, ну, полиция, та, что было, они уже запомнили, говорит, меня, типа, ну, они ничего не могут поделать, типа, они всегда говорят, все окей, типа, они больше там не будут делать или что, и все на этом. Ну, как это называется, ребята? Но я не пойму, почему, во-первых, до этих соседей не доходит, что вот, они когда-то все равно доиграются конкретно. Или я не могу понять, или они что-то знают, что полиция так реагирует, и они продолжают включать музыку до сих пор. Знают, что ребенок маленький. Знают, что не только она, что еще соседи живут. Так вот, она говорит... Я вот это, этот, до этого, типа, говорит, днем гуляла с ребенком, встретила, у них живет хаусмастер в их доме, и она говорит, я с ним пообщалась, он говорит ей, говорит, найди себе жилье. Лучше поменять, а? Да, лучше поменять жилье, она говорит. Потому что они неизвестно, когда съедут. Да, они никогда, да, этот, она говорит, ну почему я должна менять жилье из-за людей, которые, ну, шумят? Ну, как это с ребенком, она здесь одна, ей тяжело очень, и вот это опять начинать все делать, она говорит, почему я должна идти на такие уступки людям, которые причиняют мне, как это сказать, ну, не вред, не то, что вред, ну, просто делают такое вот, шумят и так дальше, я должна что-то менять, ну, извините, типа, ну, тяжело реально с ребенком таскаться, вот это документы и так далее. И он его вот это ей посоветовал, она, конечно, была в шоке, говорит, я не знаю, что с этим делать. Что она еще мне говорила, не помнишь? Что он сказал, они, сначала он обещал, что они скоро съедут, а потом сказал, что это будет уже не скоро. А, да, он пообещал, что они съедут скоро. Там какие-то долги за квартиру, что-то такое. Ну вот, и я просто, меня реально расстраивает то, что, типа, они не понимают, в первую очередь, делать, что хотят. И во-вторых, ну, по-человечески. Да, и полиция, ну, типа, ну, закрыли глаза, ну, приедем еще раз, типа, ну, и пустим так. Почему им штраф огромный не дадут? Ну, реально, уже за сколько времени можно было бы не то, что огромный, хотя бы какой-то там на 200 евро штраф выписать. Штраф, не да не давали никакой штраф, она бы же сказала, те соседи, ты думаешь, ей бы не устроили, если бы такое было. Если бы такое было, под ним не включали дальше музыку. Ну, короче, я до сих пор в шоке, я не понимаю такого, потому что, да, у нас тоже такая ситуация, но, слава богу, у нас не бывает такое, что после 9, да, бывает иногда, но это бывает раз в неделю, что именно, ну, поздно. А обычно, да, бывают будние дни, выходные дни, что либо рано утром, это может быть 8-9 утра, до 11, до 12, вот как сейчас уже тишина. Сейчас вы музыки не слышите, но может когда-то я включусь, и вы услышите реально музыку. Мы на эфирах много раз рассказывали. Ну да, на эфирах было, вы рассказывали. И вот, я не понимаю, почему... в Германии так принято, почему везде по-разному. Ну, везде, где живут люди, не знаю, так как-то дома зависит, я не знаю, от людей, от соседей. Почему как-то все по-странному? Ну, я не знаю. Меня реально это волнует такой факт, потому что почему я должна, например, я бы с ребенком искала бы себе жилье из-за того, что, типа, соседи шумят. Ну, типа, блин, это ж бред, реальный бред. Ну, скажи, согласись, да? Ну, почему должна под кого-то подстраиваться? Как бы там ни было. Как бы там ни было, люди не правы. Но они не люди. Я не считаю их людьми, раз они такое продолжают, знают, что и как. Я не понимаю этого, ребята. Напишите,
Мне интересно, были у вас такие ситуации? Я думаю, что были, потому что, я же говорю, ну, а здесь вот у нас, да, нас слышно, нас здорово, нас слышно, все. Но именно ночью устраивать, зная, что к тебе уже пятый раз приезжает полиция, и ты не угомонишься никак. Выруби эту музыку, хочешь послушать, сделай это выходной день, пожалуйста. Там с 12 часа дня хотя бы, там, не знаю, до вечера, ну, до 5 вечера, до 6. Она сможет там, ну, моя знакомая сможет взять ребенка, пойти погулять и так дальше. Это ничего страшного. Но ночью, я считаю, это уже реально, это бред, это ненормально, это никак не должно быть. Короче, такие дела, ребята, не знаю. Напишите, были у вас такие ситуации или нет, потому что реально меня это напрягает, и я сама не знаю, что ей посоветовать. Я думала долго, и сейчас думаю, что ей сделать с этим. Может, вы знаете, посоветуйте, чтобы я смогла ей помочь как-то, и вообще. Я честно, сама в шоке и не понимаю, что делать нам. Так что такие дела, ребята, подписывайтесь, ставьте лайк, и мы вас ждем. Всем пока. Пока.